политической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Но это знают все. Специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны меряться вот количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным,